Всем привет, с вами Нагваль, и в сегодняшнем видео мы рассмотрим новое игровое событие под названием «Фереза. Милосердное отношение к животным». Итак, рассмотрим, что же из себя представляет новый ивент. На данном фестивале не так много квестов, поэтому тут запутаться будет сложно. Итак, первый квест мы видим здесь у первого NPC. Берем этот квест, и по данному квесту нам необходимо взять питомца. Всего здесь 8 видов питомцев, они стоят в таких ящиках, 4 ящика с одной стороны и 4 ящика с другой. Всего 8 видов питомцев, но, как вы заметите, наибольшее предпочтение отдали именно котятам. Так, ну мы для примера возьмем такого серого котенка и попробуем его вырастить. Так, идем, сдаем квест. Берем следующий за ним, и уже конкретно по данному квесту необходимо вырастить этого питомца. Процесс выращивания этого питомца в принципе напоминает выращивание обычных ездовых и боевых питомцев. Выполнив все необходимые действия, забираем питомца и сдаем квест. Сдав квест, мы получаем такого питомца, которого можно поставить у себя в доме. Это не боевой питомец, его нельзя призвать, его можно поставить у себя в доме как интерьер. Ну, это мы просмотрим позже, а теперь есть еще один квест, который можно выполнить всего 3 раза в день. Это в 14 часов дня, 19 часов вечера и в полночь. Поэтому квесту необходимо взять питомца и отнести его туда. Сдаем квест, получаем 2 жетона. Ну, собственно, на этом с ежедневными квестами все. Сейчас же мы посмотрим, на что можно потратить эти жетоны. Фестивальная лавка стоит слева от входа. И, собственно, в этой лавке мы можем что-нибудь купить. Так, первые 2 товара это поводок. Первый поводок за 40 жетонов, он постоянный, второй временный, он за 10 жетонов. Этот поводок позволяет нашего питомца, которого мы вырастили уже дома, посадить на поводок, соответственно, и призвать как обычного его питомца. Он будет бегать рядом с нами. Дальше титул, который ничего не дает, просто титул. Ну и 4 предмета, это чисто мебель, которую можете поставить у себя дома и на нее посадить своих питомцев. Первые 3 это такие домики, а последние это картонные фигурки по типу таких, которые стоят здесь. Вот. Вот такие вот фигурки. Ну а теперь посмотрим процесс установки этого питомца в доме. Берем нашего питомца и просто ставим его как обычную мебель. Как видите, у меня здесь уже 3 питомца стоит. Вот. Вот установили питомца, и у него появляется такая менюшечка, которая нам позволяет выбрать игрушки для этого питомца. Выбор предмета не повлияет на его будущий внешний вид. То есть под этим подразумевается, что выбрав игрушку, наш питомец потом вырастет в более большого питомца. Выбираем перья для письма, нажимаем ОК. И через 6 часов наш питомец станет большим, его потом можно будет забрать и снова установить в доме. Вот, он будет примерно таким же, как вот эти вот котята. Сейчас давайте рассмотрим, как можно посадить выращенного питомца на поводок. Для того, чтобы посадить на поводок, нам понадобится ремесленный молоток. Итак, забираем нашего какого-нибудь питомца. Теперь нажимаем левой кнопкой на поводок, затем на нашего питомца. Тратится один ремесленный молоточек, и мы получаем вот такого питомца, которого уже можно призвать. Так, призываем. И вот наш питомец. У него нет никаких скиллов, как вы видите. Характеристики такие, сразу 55 уровень. Ну, питомец несет чисто такой эстетический вид. Пользы, естественно, от него нет никакой.
Так, ну теперь рассмотрим, как его обратно установить в доме. В принципе, делаем все то же самое. Опять жмем на поводок. Затем на питомца. Тратится снова еще один ремесленный молоточек. И наш питомец снова становится мебелью. И его можно установить дома. Ну, как-то так. Ну что ж, как вы видите, данный ивент понравится больше игрокам, предпочитающим мирный, беззаботный стиль игры. Но если вы предпочитаете более активный стиль игры, то для вас здесь тоже есть небольшой сюрприз. Просто приходите сюда, и здесь вот такие вот котелочки с пищей. Подходите к этому любому котелку, используйте его и получаете вот такой вот интересный баф, который повышает ваше уклонение на 3%, скорость атаки на 4% и скорость применения умений тоже на 4%. И если у вас еще остались старые такие штучки под названием коктейль Эль Хагерда, то он в принципе складывается с этим бафом. И вы получаете сразу два таких крутых бафа, которые повышают ваше уклонение аж на 8% суммарно. Ну и в общей сложности у меня, например, уклонение сейчас почти 20%, что достаточно неплохо. Ну это, конечно же, в среднем сете, это при том, что нет гравировок никаких. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Надеюсь, информация была полезна. Спасибо за просмотр. С вами был Нагваль. Всем пока.